Пожалуйста, не кормите рыб. Вот что еще вы можете купить в лесу в Австрии. Сейчас я вам покажу магазинчик. Сегодня он закрыт, но все равно, чтобы вы имели представление, что это такое, я вам покажу. Значит, это домик продавца. Это, наверное, форма продавца. А это то, что они продают. Вот плыла, плыла форель по реке. Плыла и попалась. Жалко, но зато вкусно.